Критики к научным обсуждениям, дискуссиям, к обмену мнениями, к обмену аргументами, доводами и доказательствами является самым правильным, является научным и здоровым. И какое мы должны отношение выстраивать к этому процессу для того, чтобы извлечь из него максимум пользы и избежать его негативных последствий в виде токсичной атмосферы, атмосферы недоверия, вражды и в виде абсолютно никому не нужных и многих раздражающих конфликтов. Какое отношение мы, нам выстроить для того, чтобы избежать этих пагубных последствий? И в связи с этим мы в первую очередь коснемся позиции ислама по этому поводу. Посмотрим на слова Всевышнего в Его священной книге. Итак, обратите внимание, в аятах 18 и 19, 39 суры Всевышний говорит «Аудубилляхимина шейтани раджим и ибади» «Обрадуй же моих рабов» Чем обрадовать? Обрадуй, обрадуй их награды, обрадуй их раем. Каких рабов? Какими особенностями и качествами эти рабы обладают, чтобы их обрадовать наградой и раем? -ля -на -и -на -ля. Рабов, которые прислушиваются к мнениям. ахсана и выбирают и следуют наилучшему из этих мнений. Итак, во-первых, обратите внимание, что согласно этому аяту озвучивание мнений, Ведение обсуждений, ведение дискуссий, обмен мнениями, обмен аргументами и доводами является крайне важным процессом, дающим возможность людям прислушаться к этим мнениям и их аргументам и выбрать наилучшее из этих мнений. Самое крепкое и аргументированное из этих мнений. Таким образом, обсуждения необходимы. Они являются возможностью для того, чтобы люди могли услышать эти мнения и выбрать наилучшее из этих мнений. Оценить эти мнения. В противном случае, если мы создадим такую атмосферу, где подобных обсуждений, обмен обмена мнениями, обмена аргументами. Не будет, это будет невозможно. Будем бояться того, что начнутся конфликты, начнутся ссоры. Недоверие начнется, взаимно ругательство начнется. Давайте не будем обсуждать, это к чему приведет? Приведет к заблуждениям, приведет к окаменелости, приведет к тому, что мы будем следовать за теми точками зрения, за теми мнениями, которые не прошли через критику, которые не были сопоставлены с другими точками зрения, которые не подверглись критике, аргументы которых не подверглись критике. И, как следствие, ничего из, из этого хорошего, конечно же, не получится. Это замороженное, окаменелое, отсталое и деградирующее общество, которое не готово к обсуждению. Общество, которое избегает и в штыки воспринимает критику и научные обсуждения, и нам необходимо быть крайне внимательными, чтобы наше небольшое шиитское русскоязычное сообщество не оказалось в числе этих обществ. Это, во-первых. Во-вторых, люди, которые наблюдают за этим процессом, которые смотрят и слушают эти обсуждения, эти обмены мнениями, аргументы, контраргументы и так далее, они вместо того, чтобы затыкать какую-то из сторон, вместо того, чтобы агрессировать, проявлять агрессию какой-то из сторон или принимать какую-то предвзятую позицию к одной из сторон, люди должны быть открыты к тому, чтобы услышать и выбрать наилучшие изменения. А те, которые говорят, нет, ничего не обсуждайте, никого не критикуйте, не нужно эти вопросы вообще поднимать, как вы вообще смели, это люди закрытые, не готовые к развитию, не готовые к тому, чтобы улучшать свое понимание, не готовые к тому, чтобы улучшать и развивать свои знания и свои убеждения, свои взгляды и свое представление об окружающем мире. Это люди окаменелые, они замороженные. И конечно же, они к, этим людям, к числу этих людей, о которых говорится в этом аяте Священного Корана, не относятся. А эти люди, о которых говорится в 19 аяте 39 суры, Алладина уна уна ахсана» Те, которые прислушиваются к мнениям и выбирают и следуют наилучшему из этих мнений, вот что о них говорит Всевышний, как их описывает Всевышний. Это невероятно возвышенная степень. Всевышний говорит, Уля это те, которых Всевышний настаивал. Они и есть те, кого Всевышний настаивал. О ком здесь идет речь? Здесь речь идет о людях, готовых услышать и принять наилучшие изменения. Непредвзятые люди. Люди, которые не будут затыкать кого-то только из-за того, что этот кто-то критикует или посмел подвергнуть критике мнения и убеждения их уважаемого ими, их авторитета и уважаемого ими человека. Поразмыслите над этим аятом Священного Корана. Подумайте над этим аятом Священного Корана. Как высоко и возвышенно Всевышний описывает этих людей, готовых слышать и выбирать наилучшее, самое аргументированное изменение из позиции и точек зрения. Всевышний говорит, они и есть те, кого Всевышний наставил, они и есть обладатели разума. Те самые обладатели разума, о которых Всевышний неоднократно говорит в своем священном Коране. Другим аятом священного Корана является 111 аят 2-й суры, Всевышний говорит, «Гульхату бурханакум ин кунтум садиқин. Приведите свои доказательства, приведите свои доводы, скажи им, скажи, приведите свои доводы и доказательства, если вы говорите правду, если вы правдивы. То есть любое мнение, любая точка зрения, она должна быть основана на доводах и доказательствах, должна быть основана на аргументах. Человек не имеет права высказывать все, что ему придет в голову или все, что ему по душе. Не имеет права. С него потребуют аргумент, с него потребуют доводы и доказательства. Его раскритикуют, его доводы и доказательства подвергнут критике, может быть, даже жесткой, грубой критике. Ко всему этому человек должен быть готов должен быть готов к тому, что его подвергнут критике, что с него вообще потребуют доводы и доказательства. Ибо правдив тот, у кого есть доводы и доказательства. Как следует из 111 аята 2 суры. Правдив не тот, у кого чистое сердце. Правдив не тот, кто следует своим чувствам, своей интуиции, своим каким-то эмоциям. Нет. Правдивость. Критерием правдивости. Критерием истинности является аргументированность. Является аргумент. Является доказательство. Поэтому если ты претендуешь на то, что ты истина, ты говоришь истину, ты излагаешь истину, ты излагаешь правду, претендуешь на то, что ты правдив, то приведи доводы. И будь готов к тому, что эти доводы и аргументы будут подвергнуты критике. Именно так отделяется истина от лжи. Ссылаться на то, что я такой большой, такой великий, такой значимый, такой авторитетный, такой любимый, такой известный. Эти аргументы не стоит даже ломаного гроша. Им они абсолютно не имеют никакой значимости. Не стоит уделять этим аргументам абсолютно никакого внимания. Это не более чем попытка манипулировать. Тем более, что также в аятах священного Корана ссылка на, на авторитет порицается. Неоднократно в священных аятах Всевышний порицает тех, кто ссылается на своих предков, на своих отцов и дедов, говоря, что мы нашли их на том пути, на котором мы находимся, что мы следуем за ними по этому пути. Всевышний порицает их. Тот тон, с которым Всевышний говорит о них, это порицающий тон. Поэтому «Куль хэту бурхенекум ин кунтум садыгин» «Правдив тот, у кого есть доводы и доказательства». «Правдив тот, у кого есть аргументы». Если это не так, если иначе, то Почему Всевышний требует аргумента, требует доводов для того, чтобы подтвердить чью-то правдивость, чтобы подтвердилась чья-то правдивость. Потому что именно довод и аргумент являются критерием правдивости и неправдивости, правдивости и лживости. Поэтому что-то сказать и сказать, нет, все, мы не обсуждаем, мы никаких доводов, аргументов приводить не будем и вообще обмениваться мнениями тоже не будем. Это очень шаткая, пагубная, непродуктивная позиция. И об этом же также говорит Всевышний в 4 аяте 60, прошу прощения, 4 аяте 46 суры. Всевышний говорит, «Куль арайтум». Это начало аята. Скажи. И далее Всевышний говорит. бикитабин мин кабли хада. Приведите мне книгу, принесите мне книгу, которая была бы не спослана до этой книги, то есть до священного Корана. Ау асаратин мин ильмин ин кунтум садыкин. Или же какой-то след знания, то есть довод, какой-то аргумент приведите, если вы правдивы. В 4 аяте 46 суры Говорится практически то же самое, что и в 111 аяте второй суры священного Корана. И таких текстов огромное множество. На эту тему можно долго говорить. Так или иначе, мы видим, что позиция ислама в отношении критики, в отношении обсуждения, в отношении обмена мнениями, обмена аргументами более чем понятна и прозрачна. Среда общественная должна быть открытой. Люди должны быть открыты к обсуждениям. И должны быть готовы к тому, чтобы обмениваться мнениями и аргументами. Должны быть готовы к тому, чтобы доказывать свою позицию. И должны быть готовы к тому, чтобы их критиковали, подвергали критике, подвергали сомнениям подвергали критическому анализу их позиции, взгляды, их доводы, их утверждения, их суждения и так далее. Это с точки зрения священного Корана. А те, которые не готовы к этому и всячески препятствуют этому открытому обсуждению, и всячески борются с этим открытым обсуждением и проявляют враждебность и агрессию и всячески пытаются закрыть любые обсуждения, любые, любую критику, любые, любое размышление, критический анализ, критический подход – к той или иной позиции, это люди, которые своей деятельностью, своими высказываниями, своей позицией просто приведут к тому, что наше общество начнет деградировать. Перестанет, мало того, что перестанет развиваться, так еще и начнет деградировать. Поэтому позиция ислам более чем понятна, более чем ясна. На этом сегодня мы закончим. Иншаллах, в дальнейшем также продолжим обсуждение данного вопроса. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва